Ну а в Дагестанском государственном техническом университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов с отличием. 84 выпускника вуза стали обладателями почетных красных дипломов. Ректор университета поблагодарил студентов за активное участие в общественной жизни. Новаторские идеи и отличную учебу. К слову, большая часть этих выпускников уже трудоустроена. Так, на ежегодной ярмарке вакансий 90% отличников подписывают контракты на дальнейшее трудоустройство. Для трудоустройства, конечно, каждый, значит, работодатель хочет, чтобы у него на работе работал, конечно, хороший специалист. А красный диплом показывает, что он отличник учебы. То есть специалист высокого класса.